Она стоит у Кости за спиной, ребят. Приготовьтесь. Раз, два. Ладно, ну давай я. Так я вот так. Давай с ним подойдем вместе. На меня дойдет. Представляю вам новый Ford Mustang! Porsche Macan, Porsche Macan. Молодой папа, молодая мама. Кринж. Короче. Новый Macan. Короче, это всего лишь новый Macan за 12 миллионов рублей. Всего лишь. Всего лишь Маканчик за 12 миллионов. Ну, навьё, короче. Прям вот. Новая машина. Запах есть? Новенький. Запах вот этот... Пидорный нет, как будто... Айфон распаковываешь и коробку нюхаешь. Вот так вот. Насколько приятно. Закрываются и открываются ручки, блядь. На Kia Optima. Кого нахуй? Короче, как вам чат? М-ки так не открываются. Новая тачка, я сам в хуй. Если что, вот она стоит как М-ка. Самая непонятность ценообразования на Porsche Macan. Я вообще не понимаю, почему он так дорого я стал знаю. Стоить. Потому что газ тормози, брат. Потому что там что дешевле всех. У Димас блока такая, поэтому. Пацаны, следующую машину Porsche покупаю, Macan. Porsche Macan. 15-го года. Короче. Чувствуйте сквозняк. Я ебанутый баскетболом начал заниматься. В общем, я вчера приехал вот сюда. Они мне сказали, на номер поставь, и мы тебе скидку 300 тысяч. Я согласился, и так что извините за интеграцию. Но пацаны реально мне там сделали скидку и подождали. И, короче, все красиво сделал. Ну и тачка, типа, просто новейшая. Не знаю, что сказать. Я сам немного в шокированном состоянии. Но она, короче, я объясню, я купил эту машину, потому что я знаю, мама большую, если куплю, ей неудобно будет. Ну, типа, она стоит вот на 2 миллиона дешевле, чем Cayenne. У нее, кстати, 24 регулировки. Сиденья? Это самые жесткие вот сидения, какие в Porsche. Я заметил, тут пизда. Поддув, поддув, отдрочка. Вся хуйня просто. Ебать, он охуенный, братан. Мне он очень понравился, реально. Ебать, он крутой, я думаю, братан. Что мама сейчас охуеет, она даже, ну, представить такое не может. Газани. Тут 3 литра. Кстати, 3-литровый, он хорошо 400, едет. 380 сил здесь. Он хорошо едет. Да. Чипануть маме до 500 ее нахуй. О, газуй. Нет. Ну. Не, пукает, пукает. Ну, маме это не надо. Мама боится. Мама звуков наоборот боится. Ебать, это Порш, мужики, это вам не Порш-макан. Порш-макан. Интересно, как она в спорте едет. Пиздец, интересно. И оно все сенсорное, да? Да. Это вот самый новый мясо, Macan, да. Который... Как все сенсорное не работает. Зажать надо. Не работает. Ну, все двери, наверное. Да и бог с ним. Бля, ну, кнопочки. Все удобные, бля, пизда. Мама точно не в стриме, надеюсь. Но она мне вчера обещала, что не будет смотреть стримы. Вот она мне прям, типа, обещала. Если она пойдет, то машину забираем на розыгрыш. Поэтому кто на чугундовую телегу сейчас подписывается, забирает вот этот вот Маканчик мамин. А чё? Это я так хайп, так. Что маме. Так, ну и чё? Я тогда звоню маме. Ну пойдем на улицу. Пойдём. Задница просто. О, ну-ка, слышай. Вот. Не, ну она для стока. Бурлит. Бурлит, бурлит. Это у тебя стоковые тоже? Нет, это заслонки открылись. Короче, в багажнике. А как багажник-то? Вот так. Реально? Не думаю. А, вот. О, сам. Porsche Macan. Это для серафинчиков. Короче, тут... Сейчас еще надо номера поставить. Ну, попросили, ребята, они 300к сделали. На. Ну, по сути, мы уже сделали интеграцию. Вот жестче, да? Спородейчик. Короче. Дай, покажи, Саша. Вот здесь мне помогли машину купить. Вот, спасибо мужикам. Реально, за скидон. Если нужна вам тачка, вот. Все. Все, я сами, думаю, что... Да, блядь, блядь. Они просто ебан дали. И скидон. И подождали до 11. Короче, им респект. Все. Смотри, ты только не заезжай. Ты понял, что за дом? Ну, ты поймешь, он и там единственный. Так мы сейчас все вместе поедем. Да. А, ну да. А как мы? Ой, пизда, букет. А? Не, нормально. Мы поместимся? Да, я занимаю место спереди. Там же еще это, хуйня. А, еще портфолио. А, Влад, для тебя подарок открывай. Клянусь, блядью буду для тебя. Дай сначала я гляну.
Это вот именно для Влада. Ху-ху! Понял? Бальзам. Просто. Все по улыбке выхитные. Просто нектар, просто медятина. Нет, вот я тебе подсказка, просто медятина, просто бальзам. Еще и наш 52. Реально? Да. Нашинский? Нашинский. Твой. И Илюхин. Что значит мой Илюхин? Это меня путает больше. Нет. Нет, вообще. Аниме, брат. Да-да. Ну, чем, что это связывает? Ну, пусть Илюха лучше даст подсказку. Подсказку, что внутри? Это связано с тобой и с Илюхой. Да, не понимаете. Ну что, что значит со мной и с Илюхой это связано? Для волос что используется? Вот не шампунь, а вот есть еще... После шампуня что-то надо. После шампуня есть кондиционер и есть еще... Я не наношу после шампуня. Не ношу. Знаешь, ты что-то выпил, у тебя на душу что наносится? Гель. Нет. Блядь. Вот ты выпил такой, о, как... Ты и я кто, мы? Что нас связывает? Это меня путает. Красно-зеленый. И Макс Корж. Беларусь! И есть кондиционер. Вот смотри, ты выпил такой, ой, как на душу. Греет? Нет. Как что на душу? Бальзам. И? А вместе? Ну, вместе соедини. Красно-желтый бальзамчик, красно-зеленый. Ну, ты чё? Красно-желтый ебанутый, блядь. Покажи, что там. Я не думал, что это алкоголь может быть вообще. Совмещаю себя в голове бальзам белорусский, и что, нихуй мне это не дает, блин. Все, залпом. А вот. Это деду конфеты. Да, так обещали. Это не мне, ты напи***л, блин. Блядь, это тебе. Я даже как деду сказал бальзам. Тебе. Деду бальзам не знаю. Это тебе. Национальный белорусский напиток. Это алкоголь-голь? Да. Давай понюхаем. Ой, 27%. Чтоб всю сажу там снизу собрать. Илюх. Надо, Илюх. Кофеек. На твои. Влад, я лисировку. Ой, хороший, блядь. Есть? Приятно пахнет. Ну, не смертягой. Мне аж на губу попало. Ой, на губу попало. Как компотик. Да, он легенький. Если бы не за руль не надо было, я бы сейчас всадил бутылку. А тебе за руль надо? Да. Зачем? Ну, надо. Нет, реально надо за руль сегодня. Чё, как мы делаем? Нас вот эта штука мешает. Езжайте, условно, ты, Влад, Лёха, идите туда. Пешком. К маме. Мы пешком пойдем, а вы на машине. Где-то машину. Не, Сань, повези нас. Тогда кто-то пешком. Я могу пешком. Так ты-то, где маму встречать? Я пока маме позвоню, пока она выйдет. Да тут иди, хуй. Мы дольше решаем, я бы уже дошел. Пошли. Пешком? Все, мы с Владом приедем. Давай. Мейкерами или рэперами. В вашу сторону. А где ключи? У меня, наверное. Обыск. Леху не забудьте. Ребята, can you blow my whistle? Короче, там только не заезжайте туда. Влада. Слышишь, братан? Мы где-то на обочине там встанем. Там пятерочка, по-моему, есть. Вот около нее можно встать и все. Мы сейчас поймем с вами. Салют. Это битмейкер? Да, наверное. Это wake up filthy, который? Это шаркбой только. Я даже не узнал его. Это шаркбой? Шаркбой. Я его не узнал даже. Почему? Не знаю. Черный он? Нет. Другой просто. Весь в черном. Черные волосы. У тебя на видосе еще есть. Да, но сейчас по-другому выглядит. А, ну у него тогда выглядит светлые волосы. Без бровей как будто. Он с бровями. Как будто без. Дайте я хоть пристегнусь. Он без Эльдара. Я могу. Он говорит, ну сейчас разговаривали про музон, типа там про бабки, все хуй. Он говорит, хочется Запад, типа, хочется денег. Я говорю, так у тебя же вот, у тебя же у Итана на последнем альбоме есть твой прод. Он говорит, а, ну да, там с Дрейком трек. Да, я знаю, это же я. А, ну да, с Дрейком трек, всего лишь, блядь. Да, а что этот Дрейк, он на Монстрое подписан? Не, он говорит, ну это все равно, это немного денег. Там типа сопрод, понял, когда там несколько продюсеров, из-за этого там... 200 рублей. Ну как будто лям он с этого получит, максимум 2. Долларов. Нет. Рубли? Я думаю, да. Минус реп. Бриф. А где этот трек? Нет, не знаю. Ну там захайпил ебанутый трек, это бриф. Где там еще тренд такой. Ну да. Это сейчас звук чего было? Слышишь этот грыб? Да. Это не Макан был? Макан, походу. Чего? Нет. Но он пиздец красивый. Позвони! Сильно! А, надо маме же, наверное, позвонить, да? Это Макан? А, нет. Ну, ой, хорошо, он, слышишь? Ему пайпы сделать? Нам с Форшу делают пайпы? Да делают, просто маме это зачем? Ну, тоже верно, я забываю, что это маме. Мама такая,
Сейчас, да. Стейдж третий. Да, дальше маму, говорит, чипануть и этот, и пайпу въебать. Надо маме набрать. А если у меня с чего набирать? Могу набрать. Давай. Я тоже могу набрать. Че, вы моя семья. Я забирал что-то. А, нас пропускала она. На... Что ты забирал у моей матери? К тебе на этаж мы это, посидеть, побрейнштормить с Андреем Кокошкиным. Оу, нет, фак! Я богатый человек, мне пришли деньги за рекламу. Ты маме моей звонил. Точно. Блять, забылся уже. Я богатый, мне пришли 400 тысяч. Holy shit! За темку одну. А, горилочка, которая? От горилочки темка. А что сказать? Давай я могу сказать. Да. Так странно, что чата нет, как будто реально видос снимаем. Чат, вы здесь? Плюсаните, если вы здесь. У нас просто на экране нет. Странно. Плюсаните, если кик дерьмо ебаное. Плюсаните. И минус, если Twitch дерьмо ебаное. Привет. Здравствуйте. А, пойдем. Что? Через 5 минут выйдет. Хорошо. Держите. А где чат? В карманы. Надо сказать тогда. Ой. Что ты сказал? Мне просто мимолетно пролетело. Касяна, может лучше сделать как? А-а. Может ей сказать, чтобы она доехала быстренько до Пресни? Да не, не надо, бабушка и дедушка. А, все. Так, можешь так... эксклюзив прямо сейчас тебе свою машину, чат машину свою покажу? Давай. Не буду. Передумал резко почему-то. И ботинки другие уже. Черных таких же идет. Шутка в том, что переобулся, да? Если бы у тебя каждый раз, когда ты переобувался, менялась бы обувь. Охуенно было бы. Ты начинаешь с золотых Air Force, и они у тебя прокачиваются. Каждый раз, когда ты перебываешься, у тебя данки меняются. Баскетбольные Lakers. Ой. Я забыл. Короче, вот дом, я вот там с ними буду, а то как сигнализировать, и бант надо на капот. На крышу. Багажники. Крышу. С крыши не слетит. А с бантом я не буду видеть, куда я. Да там немного проехать эти вот, чик-чик и все. Вы сейчас, они когда будут выходить, сколько надо времени подождать? 5 минут. А, подождать, ну сколько? Надо сигнализировать. Я постою. Давай какое-то кодовое слово. Я просто тебе напишу, блядь. Да, просто подъезжай. Тебе Леха напишет, выезжай. Окей, okay, я тогда там он встану сейчас. Ну, потом. Да. Там на парковке. Я оттуда выйду. Давай, да. Все, мы пошли тогда туда. Ну, я чуть-чуть поговорю. Машину, и... Короче, быстро, напишет. Да. Пойдемте, вон переход. Пойдем. А, может, цветы возьмем? А, может. Давай цветы возьмем сразу. Думаю, с приездом, типа, просто. Как приедет, цветы раздадим. Немного ли внимания будет? Ну, чтобы она не ожидала второго подарка уже. Цветы такие дадите? Да. О, приятно. Цветы. Что Леха несет так, тут? Это да. Бабули, да? Да. Чего? Нет, я взял свое. А вроде же маме. Возьми свое. А то за корзин. Владос. А это вообще чьи? Кому цветы? Не знаю. Бальзамом, смотри, да. Блять, ну хуй с вами, пидоры. О. Партнер Твича. Илюха сказал. Хотите? Подборд? Можем Влада оставить. Он подъедет. Можно так. Владос. О, чтоб ты понесешь. Нет. Зачем ты оставил? Маме вот зачем? Забирай, забирай, ладно. Ну, бля, ну, Кость. Ну, забери. Ну, потом забери. Ну, тебе гастормус дарили. Вот сюда. Гастормус подарили? Да. Блядь, ебать. Вот сюда. Хуй, не дарили бы белорусский бальзам. Тебе, потому что ты белорус. Вот они сюда, спрячь. За пазуху. Они откуда знают? Они, ну, откуда? Они фанаты. Отвечаю, что они сказали, горил, что вот это Влад. Ну, не, они мне подарили, но я сказал, что это Влад. О, ты, ну, я передарю, блин. Влад, я ты сейчас из твоего бальзама весь сюрприз испортится. Ну, нахуй ходить с бутылкой, объясни. Потому что ты алкаш. Давай ты отнеси букет, я подстою за машину, а ты потом... Да, Влад, ну идти надо, там же ждут. Сюда? Сюда? Да. О, пусть подъезжает. Да, блядь. Ну... Возьми вот это. Поплачься, я должен. Если честно, я вот надеялся на это, потому что я... Говорю, вот возьми, блядь, я тоже забал, нахуй. Он 100% взял, вот я продикт. Плачься, бледот. Владик отдувает еще за хозяйский стремит. Когда мы таскали, он просто ходил, блядь. Ребята, ты попнулась, блядь. Влад таскает тяжести. Пожалуйста, нарежьте и распространите. О, оттащили два пакета, блядь, из пятерочки, нахуй. Ебать, красавчик. Кому вот эти цветы, блядь? Не знаю. Понимаю, это вот... Просто я с ними приду и уйду, блядь. Скажи, ты на 1 сентября. Нет, дедушке не надо, это минус вайп, мужики. Серафим, блядь. Это минус ряд. Будет очень странно, если я, блядь, брату костюм. У меня тоже день рождения.
что с машиной, мама? Я что-нибудь придумал. Нет, она же, она ездит? Да, да, я ее полностью починил. Да, да. А что там было? Двигатель или коробка, да? Ну там какая-то хуйня. Здесь мама живет? Да. Ну, может, не будем прям вот так? Будем заходить? Подождем. Или, ну, можем зайти. Хочешь? Мама твоя едет? Мама на велике. И мама, я купил еще на днюху велик. Какой бай? Вон, не, он реально идет. Реально? Гаврил Петрилов. А, вон Петрил Горилыч. Борис Говнилыч. Экей. Гордон Бродилыч. Вонючка идет. Идет на понтах. Фонка забивной выглядит. Шапка, блядь, на брови натянута. Ты что, как будто на ограбление идешь? На темку он идет. Расслабься. Летит, смотри, на темку. Ну и что нам? Еще его. С устранить, я озверел. Весь кофе. Надо было ему на шапку. Это бабушкины цветы, минус рябка. Это не бабушкины. Минус рябка. Минус рябка. Думали, что не пойдет до конца. Никто не верил в него. Не обливай. Не выкидывай, я буду пить. Налили на дурака, блядь. Сука. Еще все на... У Лехи льется, и он... Еще все напитывают на него, и так... Стянки, стянки. Он просто очень хотел новый ТикТок, где он, блядь, сильный, блядь. Да, да. Сейчас стабильно, да. Сейчас стабильно раз в месяц нужно либо рвать майку, либо... Именно на Лёхе отыгрался опять. Я сходу, блядь, я говорю, не рви, блядь, ссылка. Футболка, блядь. Горилыч, а вот это сможешь понять цветок? Какой? Нет. Горилыч, скажи честно, если бы Лёха, вот ты спал, и вот ты просыпаешься, тебе видос показывает, как Лёха соску тебе. Ну, Лёха уезжает в электросталь, блядь, утром болит. А я лечу параллельно. А видос типа? Я вертолет показываю. А ты открываешь глаза, и этот видос у тебя перед глазами. Средство от храпа. Сразу репосты сразу по всем пабликам. Свой там, и у кого доступ еще есть. Да круто, Горилыч, кайфовать будет. А куда Саня поехал? Не, он на машине там стоит. Я видел, я подъехал, он уехал перед носом. А, он сюда, значит, вот, с праздником. Это по скидке именно, нам просто третий букет впарили. И Саня заплатил, блядь, все. Он сейчас богатый. Все, хайп закончил. А вон идут, 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 рассоси. А с дедом еще сейчас закурить надо. А мне? Привет. Да, тяжелый букет просто. Ой, привет. Здравствуйте. А вы чего? Здравствуйте. 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 Не, подожди. Мама, это тебе. Здорово. Ну, блин, вообще. Здравствуйте. Это вам. Ой. Ну, спасибо. Ой. Хоризонтемы. Ой, братан, братан. Давай заходим домой. Да, можно, а? Да. Серафим. Ну, можете. Можете как раз. Ну, пойдем сходим домой. С днем рождения тебя. С днем рождения вас. С днем рождения. С днем рождения. С днем рождения. Блин, мы же репетировали. Посмотри, я на репетицию. Едем в ресторан? Да. Да. Так, ну это как? Голодная. Давайте домой отнести. Да, лучше отнести, наверное. Давай. Да, а то... Я думал, это бабушка хлопает до сих пор. Справитесь? Да. Я буду хлопать до ресторана. Ну я из-за того, что машина... Я буду хлопать, пока мы... Что делать? Стрим, думаешь, не заходила, не смотрела? Что делаем? Я буду хлопать, пока мы не приедем в ресторан. Ну вот, машина из-за этого. Сейчас у нас сюрприз просто. Сюрприз у нас. Что ты мне показал? Не видел я? Горю. Да, ну, Влад. Ну, я буду хлопать, пока мы не приедем. Чего? Ну и чего? Ну, сюрприз сейчас будем делать. Ждем. Да.
Вот это да. Думаешь, просто так собрались? Мы просто так не собираемся. Чего набрать? А? Когда звать? Ну, сейчас она выйдет, и вот здесь я разверну ее. Это было воздушное или реально? Ага. И будет. Чуть волнительно. Волнительная ситуация. А что волнительно? Ну, не знаю, ну просто... Тихо. Волнительная. Приятная ситуация. Горелыч, выключи хлопал кухни. Хуй бы тебя плохим соседом. А почему это такой самый? Дырявый? Нет, он дырка. Да, весь в дырках. Я говорю, дырявый. Весь в дырках. Нет. Жесть такая. Нет, да погляди на... Потому что нету девушки, которая могла бы зашить его. Ой, на дырок. Женщина нужна. Где такую найдешь? Двусмысленно. И весь такой лохматый, как будто кот твой тебя драл. Да, вот так вот. А это что за мод? Модный приговор. Да, вот так вот. Кроссовки. Да, все по моде. И сумочка какая, вау. Не, бабуль, ты у меня модница. Че ты понтуешься? Наготове держи. Потому что сразу тут машины ездят, чтобы не помешать. Чего ты? Застеснялась? Ты чё, бабуль? Чё, может, всё так? Да, вот так. Ты будешь камеру держать или посядьте? Я просто планировал момент просто стену снимать, чтобы ничего не попало. Хороший план, Лёх, спасибо. Просто вот самый искренний вот этот момент, который все ждут, и я так себя переверну на это, блядь, как обратно. И залагаю. Не, не, случайно на N тоже. Нет, нельзя переворачивать, лагает призму. Ну вот, да. Влад, ну... Только... Честное слово, что мы не будем подстрекать Влада за то, что он перестал нет, хлопать. Нет, только если вы говорите, что вот все, можешь все, перестань можешь хлопать, можешь пожалуйста. Можешь перестать хлопать, не пожалуйста. Не перестанное слово дал. Ладно, его это... Ну, Влад, уже сейчас плохо будет. Да. Могу перестать, реально? Да. Ради взрослого поколения старшего переставать. Тогда вы сейчас даете все крабы в центр, руку я сверху заставлю, чтобы никаких претензий. У нас претензий-то нет, но вот у чата. Да нет, ну Влад. Ты перестал, хватит, реально. Лёва, ты пей кофе. У меня про здесь не отвечает. Ты обещал допить кофе. А, не отвечает. Руки замерзли. Ну, набери. Главное, чтобы он не сейчас это сделал. Бразильич, просто он стрим смотрит. А что ты написал? Там задержка может быть. Готов, все, говорю, братан. Don't you know, pump it up. You got to pump it up, you don't you know. Пошла гулять. Проверяет? Проверит. Снайперы, мало ли там кто. Да. Вайперы. Мало ли вайперы. Ну где они? Я не знаю, в другой город, что ли, поехали? Пока на свой 150 этаж поднимешься. Тут. 150 этажа как раз. 150, да? Хотите, заходите. Заходите внутрь, чтобы не мерзнуть. Ну что, сейчас выйдут уже? Ну и с мамой выйдут. Ну, чиноу, папа. Плюсы абсолютно. Мы Джейсик обеляют репутацию таким образом. И там еще в коляску деньги скинули на будущее образование. Нет, акции Маджестика. На волнах минус репа, то, что он перестал хлопать, то сразу оп, плюс реп. Да, да. Кстати, непонятно вообще в чате, за что я холодно держать. Там плюс-минус реп. Ты чего, бабуля? Чего, не пошла? Нет, а ты... Не пускают? Тут прикладывать надо как-то. А ты зайти хочешь? А? Ты зайти хочешь? Да, зато дует. Открыть. А вот верхний, зеленый. Заходите. Все, иди. С мамой только выходи. А ты, дед, не замерз? Закаленный? Плюс ты на улице, что замерзать пару. Дед, я сейчас бизнесмен. Да? Да, у него голубятная ферма. Сейчас? Всегда. Всю жизнь. Сколько голубятней ферме уже лет? Сколько голубям лет? Ферме твоей. Голубятни. Бог ее знает. Держусь 7 лет.
Сейчас как тебе такое? 83 считаю. 7... Сколько? 75. Вот поколение молодняк посчитать не знает. Таблицу умножения 7,8. Если 83 сейчас, то 76 лет держит голубей. А вон мама. Серафим остался дома как-то. Ну, наказали. Ну, пусть заходит. Вот. You don't pumper, you got your pumper. Так, ну кто? Пойдем, ма. Надо. На дорогу. Стой, машину заказали. Тротуары, погоди. Ой, тротуар, блядь. Машина есть. Стой, ма. Куда мы идем? Вот спиной, стой, вот так вот. А что там? Там ничего. Весь минус вайп. Преступление. Мне нельзя нервничать, ну пожалуйста. Ну ты не нервничай. Она выслушала, что сказала, что стрим смотрела. Что смотрела? Стрим смотрела. Ну ничего, ничего не смотрела. Смотрели. Я клянусь, не смотрела. Так, все, спиной ставь, не ворочайся. Ничего не смотрела. Если что, в худи Витмо мама сейчас находится. Маржелу я ей отдал. Нет, это не Маржелу. Это Витемонс, блин. Прошу, Мейзон Маржела. Я, ну, как представитель, так сказать, этого бренда, амбассадор. Пенсия замерзла, на подъезд спрятан. Нет. Чего вы там все? Ну, я уже это... Ну, успокойся ты. Мы хотим на лошадях поехать. Короче, сегодня твой день рождения, и я вот тебя чуть обрадовать решил. Ну, что-то я уже боюсь. Да нет, нет, бояться нечего. Да, можешь не бояться. Не бойся, поворачивайся. Чего тут... Заглохло. Юля, это к тебе? Ты с ума сошел? Я даже не хочу поворачиваться. Да там, там нормально, там Матисс стоит. Наш, который без мотора. Матисс. Давай, раз. Нет, подожди, надо подышать. Промокод Матисс 50 тысяч долларов и платим на Реклама Жексик. Это... Мам, что там? Я прям на нервы от газтормоза подарок. А что такое? От газтормоза подарок. Ты чего, вообще одурел? Блин, у меня... Ну, это здесь... Ну, я в реакцию снимаю. Оператор. Друзья, с днем рождения, мам. Поздравляю! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Я как будто нервничал больше Коси. Нет, меня тоже. Мам, теперь ты самая крутая будешь. Так, у бабушки вопрос. Надо рулять до сотки дать, Джордж. Да. Порш Макан. Я подумал... Ты сейчас мне только сказал про эту машину. Мы просто говорили. Я из-за чего машину? На дачу ездить, на джипе, правильно? Картошку брать. Перевозить кирпичи. Мангал. Нифига себе. Ну, мы вас, ребят, всех ждем на даче. Да, слышите? Ну, я... Очень посел хорошо. Сын, честно, я прям в ахуе. Не батька, уйди оттуда! Мам, это новое, если что. Прям вот новое. Ты что, одурел? Прямо за водой. В этом году выпущено, да? Нет, 23-м. Запах новой машины. Уйди, пожалуйста! Опа, да. Проезжаем. А проедьте? Да ты чё, она куда ей проедется? Она сейчас трясется вся. Не, не поеду. Ну, давай ее куда-то спрячем. На... Все нормально. Но она без номеров. Да, на учет. Ты первый владелец. И Серафим уже сзади на своем месте. Так, ну пусть мама чуть отдохнет.
машине. А вы чего, пенсия скажете? Так, куда? А, в смысле, уже это самое... Про автомобиль. Ну, это вообще нет слов никаких. Подойдет? Ты что? Да, нет. Это уж больно крутая. Голубей возить. Да, во, видишь? Да, во, показывает. Обсерут. Обсерут? Да. Потом Юльке оттирать. Ну, пусть оттирает, чего. Ой, ну, вообще... Ну, если хотите, либо в машину, либо в тепло пока что, мы сейчас чуть-чуть и... А вы хотите, это... прошу, прокатиться? Ну, не знаю, если она сможет, она тоже волнуется. Откройте окно-то хоть. Ну, окно-то откройте. А ключ у тебя, Саныч? Дай, вручу ты. Закрыли. Порш Макан. Че, вы поехали? Куда им поехали? Не знаю, че вы завелись. Эй, че ты там делаешь? А это что такое? Это просто это багажник забей. Это багажник, да. Это прям для собак. Ну че скажешь? Оп. Ну матом только. Ты сумасшедший ребенок, честно. Это что тут такое лежит? Одна розочка. Бабушка сейчас замерзнет. Ну, я и сказал, в тепло или мам, в машине. Мам, иди садись. Ну, это и сюрприз. Вообще. Интеграция сейчас залетает. Напомню просто. Кто помог? Или чего? Что ты там? Серафим, вот эту штуку бы домой оттащил, если честно. Нет, багажник лишь полезный. Нет. Посадите. А багажник где положить? Нет, домой отнести. Нет, это багажник крутая тема. Я в себе такой багажник положу. Хочешь, забирай. Не, маме реально нужна. Не нужна, я тебе реально говорю. Это вот, тут просто банты. Банты испортить нельзя. Не, я вот так сделаю. Все. Ну, Саныч, как всегда. Куча одет. А дед, тебя бросили? Дед сказал, нужно больше золота. Он не получится. Чё? 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 Я не смогу поехать. Почему? Ну, не умею я ещё. На машине ездить? Да, на такой не умею, ни разу не ездила. Я так, мне надо долго сидеть. Чё? Да радуюсь я вообще не могу. Просто радуюсь вообще. Радуюсь дома. Это моя, ну, это вообще просто. Мечта, о которой я даже её не озвучивала. Ой. Мы тут вот позавчера мы только с тобой говорили там про какие-то машины. Я говорю, да, я говорю, мне нравится такая. И вот она. Нет, я тут уже боюсь стоять. Ну, цены, конечно, на эти машины пипец. Сколько? Ну, не надо. Подарок не озвучивается. Просто дорого за эту машину. Но она вот хорошая. 380 лошадиных сил будет. Это я ничего не понимаю. Ну быстро. Ну быстрее целашки. Ну вот деду куда-нибудь засуньте хоть, бедный. Деда, иди сюда ко мне. Серафим, ты иди где-нибудь. Иди сядь. Не-не-не. Блин, сейчас меня напачкают. Ну, у тебя мойка вот в соседнем доме. Помоешь. Так, ладно, поместимся. Ставить-то там все равно будет. Садись. Да? Ну сейчас, пока что номеров нету. Тебе же надо ее оформить. Да, надо оформлять ее. Ну что, твой битком сели. Так кто-то мне должен помочь. Нет, тебе все поможет. Компания, где я купил, они все сделают. А что мне надо сделать? Просто напиши им, они тебе все скажут, что делать. Они все сделают. Технологии. Да, сейчас все дистанционно делают. А что с ней делать? Ну на учет, она же первый владелец был. А номера есть? Да нет номеров. Да мне пофиг какие. А мои можно. А как моя? А моя? Все, владельцу отдаешь. Какому владельцу? По документам чья. А чья она по документам? Моя? Станк. Невеста. Горелочи, да. Невеста горелочи. Ну, есть. Ей 8 лет. Ну чё, всё, наверное, да? О, ну как всё, я ещё не насиделась. Тест-драйв? Не-не-не. Это арендная, мам, уже сейчас мне надо сдавать её. Я для ролика. Ну ладно тогда. Ну поехали, на. Ну я люблю свою машину. Нету, не надо тебе?
Она же арендная. Ты ее хочешь купить? Если хочешь купить, не покупай. Мама, ты знала, что у поросят, ты видела, у них закрученный хвостик? Хвостик. Вы знали, да, что специальный аппарат накручивает хвост? Нет. В детстве? Нет. Вот. В детстве? Вот свина... Нет, держала. Не надо. Это кто такой тебе ерунду сказал? Они сами закручивают. Мам, ну ты прикалываешься, что ли? Какая арендная нахрен тачка? Ну ты. Ну я не понимаю тогда уже. Ну-ка... Все, ты меня уже сбил. Просто себе взял. Тебе? Да, да. Новая моя. Ну, молодец. Ну, маловато как-то тебе она. Ну, что ты меня уже третий раз меня сбиваешь? А потолок ты обратила внимание? Ой, и вот так закрывается. Так. И вот так открывается. А как, это откроется? Не надо, ничего, нет. Наверное, думаю, да. Смотри-ка, какая. Это на мой автомобиль. Звездочки больше. Правда. Да, на той машине, знаешь, сколько не это. Ну, мам, тебе надо будет. В смысле? Ну, надо с кем-то поучиться. Леш, ты рядышком со мной, не брось меня в мои беды. Ну, могу рядышком. Поехали в ресторан. Она мне уже вчера: хочу в ресторан. Если что, едем в лучший ресторан. Поехали в лучший. Поехали в лучший ресторан. А на чем мы поедем? А мы на Влада, в гелик прыгнем. А на чем мы поедем сейчас? На ней. Ты че? Как? Нельзя. Не-не-не. Она без страховки, нельзя. Я не поеду без страховки. А до сюда же как-то доехали. Ну, у меня моя машина и Влада. Ну, мы на доехать, такси доехали. Можем ее припарковать ко мне. И да, да. На геликах поедем. Да. Ну, давай так и сделаем. Доедешь? Не. Саныч, довезешь? А молодых можно людей? Я тоже вот тут посижу? За рулем? Давай, не, садись. Не-не-не. Ну, сядь ты хоть за руль. Не-не-не, пока мам, не готова. Ну, ты что, прикалываешься, что ли? Ну, тебе такую машину, ты за рулем. Ну, мне надо прийти в себя. Какой? Я на твоей поеду. Своей Аяна какой? Мы да сейчас это... едем, мы сейчас едем ставить ее поставим на парковку и берем два наши. А почему на это не ехать? Я боюсь. Мама не хочет. Мама не хочет, это же ее машина. О, блядь, газель. А надо же привыкать кататься. Не-не-не. Отойди вот. О! У меня ноги трясут. Реально? Реально. Лех тогда в нас повезет. О! Не, Саня. А на парковку сюда? Нет. Туда. На Лёхина место просто ставим. Куда мне? Короче. Прессе? Да, на мое место. Помнишь где? Да. Ну давай я доеду просто. Да. И бутылочку Лёха нам подай, пожалуйста. Какую бутылочку? Белорусский бульон. Уа, блядь. Так, а мы, да, блядь, запутался я. Такси. Зачем такси? Тут... Мама показывает бальзам деду. Деда, понравилось? Не-не, это потом заберем. Попросил сейчас. Я говорю, когда мы доедем. Все, за ним прыгаем. Ну всё, ты меня обидела. Что? Что она сказала? Говорит, нет, Лёш, ты не умеешь. Говорит, Лёш, ты не умеешь. И мне говорят, доверяют, а тебе нет. У меня опыта побольше, чем Лёш. Да, мам, ну... Я же всю жизнь в гонках. Успокойся, мам. Всю жизнь в гонках. Ну, а кто едет? Ну, любой, кто здесь находится, может доехать спокойно. Серафим. Лёх, ну давай, ты знаешь, где место. Он знает, где место, мы спаковались. А, до упора прямо и налево. Да. Такая бабушку и дедушку, она там как подниматься-то будет? На лифте? Не, да. На лифте. А у тебя есть лифт? Там без карточек, просто на первый этаж и все. Пойдемте до машины. Ты мой брата! Пойдем до машин. Пойдемте? Давайте. Посылу, блядь, они в машине. Хорошо. Вот это, конечно, я отсылаю. Че? Лёш, ты не умеешь. Она извинилась. Да я пошутил. Но она на нервике. Да я ничего дурак. А, капот, уступайте сюда за хуйня. Стой, Санёк. Капот это багажник, дебил. Чё? Не влазит из-за сумки. Ну, мама переживает, чат. Не хочу тут... Понимаю, что для контента лучше, но она прямо это... Ну, она потерялась чуть. Не надо тоже. Ей... Ну, нельзя маме нервничать, мягко, если так сказать, вообще. Поэтому простите. Я вот думаю, вырубить или чуть... Стой! Чё? А где твоя машина, гелик?
там, где мы и ставили. А, понял. Так надо было, чтобы Влад с ним поехал, он бы сразу же, он же на своем гелике бы. Битком все. А, ну он? Да. Я выпил. Да что ты? Бальзам. Разгоняешь. Их бы посадить просто в гелик и все, зачем подниматься на первый этаж? Ну ладно, поехали. Так давай скажу, что мы просто постояли возле машины Влада, подождали. Влад спустится. Да я его на такси, я на вызову, реально говорю. А, реально? Да. Ты на такси? Да. Зачем? Ну, чтоб там, если вдруг за мамино здоровье пригубить придется. Ты реально хочешь? Ищет повод бухнуть. Так нет, пусть за твой руль просто кто-то сядет, Леха там. Нет, брат. Ну а что такого? Потому что я только, если честно, отпидорили после мойки, блядь. И чего? Идеально, вы после большого комплекса, там идеальные ковры сейчас. Запах пиздецкий какой. Запах пиздец. Не хочу пока его вот уморать. У меня тоже после мойки. Но я... Сядешь, поешь, ну. Но я готов вызвать... А, ты хочешь, чтобы за люди садились? Виана вызову Виану. Пиздец. Вот они, нахуй. Чистота машины, я вот вас не понимаю. Я говорю, моей приедет, блядь, можете хоть... Ее насрать там можете хоть, блядь. Клининг 5000 рублей, блядь. Не стану. Хоть обхаркать, блядь, внутри. Клининг 5000 рублей стоит. Не стану. Химчистка салона. Не стану. Но сигареты улетят. Я думаю, может вырубить уже... Просто время проведем. Как кайф, смотри сам. Ну, лучше, наверное, так, я думаю. Как кайф, смотри сам. А нам далеко ехать? Да не думаю, правда. Мы сейчас с Владом спорили насчет курения в машине. Я говорю, если мой брат хочет, пускай он покурит у меня в машине. Он говорит, скуяли, твой брат должен у тебя в машине курить, блядь. Так это не брали, если он в машине. Вот, блядь, послушай. Ну, чат, я понимаю, конечно. Просто все-таки у мамы день рождения. Николаевич, плюс рэп. Для ТикТока сделал стрим. Плюс рэп. Красавчик, Николаевич. Не, ну это сильная хуйня. Я пока даже мечтать об этом не могу, чтобы вот так вот. Ну хотя мы просто... Это охуенно, когда, типа, знаешь, там, условно, отцу подарить... Там, отцу или маме подарить машину. Но у меня такая хуйня, что у меня мама никогда ни разу не ездила за рулем. И отец у меня чайник, блядь, который каждый раз, когда садится за машину, это ебанутый стресс. А если машина стоит больше миллиона рублей, он не поедет никуда. Надо у него глаза еще... теряются, понял? Еще маму сейчас уговорить надо, чтобы она ездила на ней. Пару раз с ней проехаться вечером, когда машины нет, и она привыкнет. Надо, да. Я тоже сейчас ко мне, МТ завтра приедет, я ее поставлю, она будет просто стоять в башне, и все, я буду смотреть на нее. Страшно ездить, ебать, она дорогая. Ебать, муха! А так я сейчас посмотрел на объявлениях, X6M новенький, рест. Мне? Мне. 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 Ебать, он виднеется просто, пиздец вообще. Я сейчас покажу чату. Лучше мне скажи, автомобиль, нах. Ну, наверное, правильнее же сейчас вырубить будет, Лёх. Ну, да. Типа. Ну, чтобы мы почилили просто. Почилили. Вот я и про это и говорю. Ну, мне просто и типа и чат, типа. Что чат там лучше. Ну, просто день рождения мамина. Да. Как будто в узком кругу просто посидеть. Простите, короче. Короче, чат, подписывайтесь на этот кик-канал. Я тут буду делать стримы часто. И сейчас еще много всего, чего будет. Короче. Подписывайтесь там на ТГ, если что, 300 этих подписок разыгрывается. И, ну, на Кике просто будьте тут. Спасибо вам большое за стрим, спасибо большое, что онлайн сделали. 20 тысяч накрутили. Спасибо большое, да. Кика, за то, что накрутил ради хайпа. Короче, давайте на связи, до встречи, с Новым годом. С первым днем весны вас и всех. И делайте добрые дела. А мы пойдем бабушку ограбим какую-нибудь, надо в карман день, ну, заудать. Адьос. Пока, чат. Всего вам хорошего. Вот вы. Боты здесь. Мне не нужен снег. Я не буду с ней. Ты как Бармалей.